Узнали, они приходят. Узнали? Что, на Хатибе ты? Я хотел отказаться уже поздно. Можно было в тюкты сесть в вязнице. В тюрьму. Там из звідти прийшов. Я тебе убегу от них. А ты из тюрьмы, да? Да. А ты в Вагнере? Да. Звідки? От Міноборони. Міноборони уже з тюрьми забирається назад? Ну да, ми вже по Вагнерам. Що ти не перекрили? Офігеть. А скільки ти тут видієш? 3 дні. Що? А навчання скільки було? Наступний за кустами. Ти втикаєш по касках, втикай. 2 тижні, да, 2 неділі. І тут 3 дні. Все, звану ленточку. До успіху прийшов. Ну, у нас теж є полонені у ваших, тому, скоріш за все, тебе поміняють. Якщо не будеш намагатись втекти, убіжать. Можливо, тебе поміняють. А потім ще раз прийдеш, так? Да? Ні. Більше не приходиш. Що? Більше не приходиш. А як ти втечеш? Як ти убіжиш? Откуда? Ну, тебе знову призовуть. Добре. Лучше сразу придешь и сдайся. Просто ляж, тебя заберут и все там под дроны. Азовцы. Ну, приключить сюда и так и сделать. Что тебе про Азов говорили? Слышал про Азов? Не слышал? Я уже в зоне сколько сижу. О, и ничего не слышал? Вот. Что я такое не видел, не? Показывает по телевизору. Нет, ты видел такой Азов? Да. Нацисты убивают, да? Что, сильно тебя убивают? Так говорили. Так говорили. Больше телек слушай. Ну а что там кроме телека ничего немає, блядь? Ну, не реклама, а как. Пропаганда. Новости. Да, пропаганда. Кино смотришь, пропаганда. Видел своих, да? Он уже все лежат. Ну не все убежали, блядь, лайк. Кто-то убегал и. Ну-то там лежать, там лежать. О, первый мебат идет. Можешь придать привет полускунам? Манус, Манус. Сказати, передаю привіт полускунам. Все, давай. Полускунам? Так, здесь. Передаю привіт полускунам.